У вас отопления нет. В США не бывает центрального отопления. То есть в США буквально отсутствует такое явление, как центральное отопление. Я недавно же, кстати, на стриме про это говорил. То есть вот если ты покупаешь небольшой домик, особенно если он севернее того места, где я живу, вот, например, в Вашингтоне где-нибудь, покупаешь небольшой домик, есть огромный шанс, что в нем внутри стоит печка-буржуйка. Черная такая. Которая, напоминаю, если вы не в курсе, топится дровами. Вот. А если дом покрупнее, то там, соответственно, камин.